партнеры нашей команды, новички прежде всего. И по традиции давайте проверим, кто с каких городов к нам приехал, у кого сейчас какая температура за бортом, за окном, потому что у нас безумно холодно. Сегодня было 29 градусов и ощущалось 39, то есть был сильный ветер, поэтому, проснувшись утром, я посмотрела в окошко, точнее, посмотрела в телефон, благо все есть в мобильных приложениях, и поняла, что я никуда не пойду с ребенком. Зачем, думаю, ходить, морозить? Вот видите, это вот одно из самых главных преимуществ того, как мы с вами работаем. То есть, представляете, если вы работаете на основной работе, там, бухгалтером, стоматологом, там, юристом. Могли бы вы так проснуться с утра и сказать: «Дочь, а давай сегодня мы не пойдем, ну просто холодно». Вот это самое главное преимущество нашего бизнеса. Да, многие это путают с ленью, потому что когда утром можно и в 10 часов проснуться, и позже можно проснуться, и вообще ничего не делать, давайте как бы не путаем. Если, например, взять конкретно сегодня мой рабочий день, то с 9 часов утра, когда я проснулась, до, вот сейчас у нас 21, это 9, это даже, да, это ровно 12 часов с 30-минутным перерывом покушать, и еще 2 часа вебинар, то есть график плотный, но оно того стоит. Итак, у нас сегодня будет по традиции акции, рейтинги. Вы знаете, в фишечку, но вы еще знаете об акциях, которые запускает компания и наша команда, для того, чтобы стать более успешными, получить как можно больше результатов. Итак, это наш директорский состав, директорская команда. И в этом каталоге у нас с вами, как всегда, есть календарь акций. Всегда можно запутаться. И, честно говоря, когда я делаю, размещаю заказ, я всегда забываю, какая акция присутствует, забываю какие-нибудь подарки включать. Я уже не говоря о новичках. Поэтому я всегда подсматриваю. У нас есть такое на нашем командном сайте oreoffice.ru и также на других командных сайтах. Потому что у нас во многих лидерских командах есть свои уже сайты и своя закрытая система обучения, которая, в принципе, раздела дублируется. Итак, потрясающая акция, которую все уже, наверное, увидели, это «Выгода в кубе». Кто-то себе уже какой-то подарочек присмотрел, потому что подарков действительно очень много, очень вкусно. Я, наверное, первое, что я обратила внимание, это вот, я не знаю, как у нас буквально уливается, выливается вот это замечательный гель для рук. Я его просто обожаю. Вот, поэтому я сразу, это однозначно у меня будет вот этот набор. Хотя в следующем каталоге будет еще, знаете, потрясающе. И давайте еще раз продублируем это, я вам расскажу об этой акции. Что нужно? Нужно в 16-м, 17-м, в первом каталоге разместить заказ на 50 и более бонус баллов, а во втором каталоге вы его покупаете за смешную сумму 199 рублей. А, вот кто-то на диамат обратил внимание. Ага, хорошо, хорошо, да. Кто еще на какой наборчик? Кто? Эссенза, Эссенза. Где у нас Эссенза? Я не нашла Эссензу. Где набор? Угу, все, наверное, неправильно. Угу. Хорошо, и у нас шокирующая, приятная рекрутинговая кампания, которая начинается с 16-го каталога по второй, можно даже сказать, она продлится 5 каталогов, потому что если вы зарегистрируете новичка даже в последних днях второго каталога, вы можете, он делает 21 день еще и на третий каталог. То есть в сумме получается у вас условно практически 5 каталожных периодов. Для того, чтобы получать подарки, нужно приглашать новичков в первый уровень и... количество, суммируется сумма баллов в течение 21 дня. То есть это может быть у вас и один новичок на 300 баллов, и на 500 баллов. Вот главное, что главное не просто там квалифицированный новичок, а именно качественное рекрутирование с качественными заказами. И вы получаете потрясающие подарки. Давайте еще раз посмотрим, какие подарки. И
Эта акция называется «Твои настоящие моменты». Самое простенькое – это кошелек и сумка через плечо, очень удобная, да, сейчас это модный тренд, тем более такая бежевая гамма, то есть за 5 каталогов вы приглашаете всего одного новичка и делаете, он заказ делает на 100 баллов и получаете такую замечательную сумочку. Потрясающая сумка, очень красивая, вот действительно такой вот хороший дизайн, такой стильный, это моя самая любимая гамма, вот, 200 баллов, тем более мы все путешествуем, даже летом куда-то ездим, то есть я думаю, что также будет заказ. Интересная сумка для ноутбука, как в женском варианте, так и в мужском варианте есть сумка для ноутбука, потому что у нас в нашей команде работают еще мужчины. Мужчинам можно выбрать еще и наушники. И вот интересный, интригующий, как называется сумка? Мобильный офис. У меня такое ощущение, что там еще где-то шнур должен быть, такая сумочка на колесиках, я не знаю, что, или может быть это как-то еще раскладывается, я не знаю, возможно будет скоро видеообзор. Также есть портативное зарядное устройство. И скажите, кто хочет получить ноутбук Lenovo? 2 года назад я уже получала по акции ноутбук себе и очень приятно радовала. Единственное, что у нас в доме все Apple, в общем, яблочное все. И поэтому мы сделали хороший подарок. Вот, например, мы дарили папиной маме его. То есть замечательный ноутбук. Вот, и я думаю, что... В принципе, никто не останется равнодушным и сразу, понимаете, вот кто-то особенно работает онлайн, либо у кого-то дети. Я думаю, что все. Итак, давайте разберем, что же нужно сделать и как нам всем получить этот ноутбук. Посмотрите, нас 92 человека. Скажите, вот 5 каталогов, да? Вот если очень сильно постараться... Можно за каталог найти 2 человека или 1 человека, который разместит заказ. Давайте посчитаем с вами. 1000 баллов мы делим на 2. Угу. Сколько это будет? На 5. Это будет 200 баллов, правильно? Либо помочь новичку вашему разместить заказы еще на 200 баллов. Может быть, это в один каталог даже. Сейчас это предновогодняя пора. Да, подписать родственника, например, маму, она разместит заказ, и вы уже непосредственно сами сбегаете, покажете, раздадите каталоги, максимально сходите в детский садик, соберете заказы в школу где-то, и еще добавите заказик на 300 баллов, да, ну, я говорю условно, да. То есть смотрите, можно даже на одного новичка вместе делать большие заказы и свои помогать тут в том числе, вот, и получать такие замечательные баллы. Да, я думаю, что акция бесподобная, рекрутировать, приглашать в нашу команду на бизнес нужно именно на такие акции сразу, чтобы получать ноутбуки. Ноутбук. Угу. Кто планирует? Еще раз сходите в детский садик. Да, например, кто-то, если... стесняется, знаете же, как можно делать? Вы приходите, вы делаете, заказываете большое количество каталогов, подписываете их, делаете стикер и пишете там, я мама, там, Басюк Марины, пожалуйста, посмотрите этот каталог, если там с заказиком, то есть туда можно в бланке заказов как раз-таки код, количество и телефон, чтобы человек писал. Вот, а после просмотра, пожалуйста, положите в ящичек номер там 3, да, или там с картинкой какой-то, там все. То есть человек, вы можете даже не пересекаться, вы просто зашли, ага, да, если, например, стесняетесь, но вас знают уже давным-давно, я думаю, что родители, вы просто раздаете в ящичке аккуратненько, и потом также приходите, а у вас уже стопочка каталогов уже сданных, да, кому-то надо, кому-то не надо, то есть вот такой вот метод рекрутирования. Метод и рекрутирования, и раздачи каталогов я в свое время также использовала.
И в 15-м каталоге у нас, конечно же, все время пополнение. Каждый каталог у нас приходит все больше и больше человек. В этом каталоге у нас всего зарегистрировалось команду 443 человека, 276 разместили заказ и 98 человек прошли первый шаг стартовой программы, разместив заказ на 100 бонус-баллов. Сейчас для новичков невероятно выгодные предложения, которые новичок получает. Во-первых, каждую неделю у нас действует скидка «Вау! Осень!» и можно заказать, я, например, за 199 рублей заказала вот себе один лак. Я помню точно, что я заказывала их 3 штуки. Я не знаю, почему у меня в заказе оказался один. Ну, как блондинка, я... Крашеное часто не проверяю и очень-очень огорчилась, потому что вот такие, я не знаю, как у вас, у меня такие лаки, пенка расходуется на раз, два, три, потому что это моя укладка. Прежде всего, это я сейчас вам потихонечку буду еще показывать свой заказ, что же я для себя заказываю. У меня заказ где-то 240 баллов был. Следующая выгода в кубе, это мы приглашаем на подарки вау. Ну, я имею в виду, что за 199 наборчики берем. У нас новички идут в стартовую программу и также могут получать замечательные подарки, в том числе и ноутбук. Далее. Конечно же, это только начало, потому что чем больше товарооборот, тем больше вы дохода получаете. И мы поздравляем топ-30 лучших новичков 15-го каталога. Это топ-15 Киреева Валентина, топ-14 Мухамедиева Альбина, 13 Дубицкая Елизавета, 12 Линд Надежда, 11 – Холод Надежда, 10 – Давыдова Анна, 9 место – Романова Ольга, 8 – Кошкина Анна, 7 – Попова Елена, 6 – Сорокина Анастасия, 155 личных баллов, Кудрявцева Ирина, 155 баллов, Шехметова Юлия. В принципе, мне кажется, даже и 4, 5, 6, здесь даже 8, они одинаковые, 7 одинаковые баллы, да, это, в принципе, одинаковые места. И у нас топ-3 Бажин Роман, 157 личных баллов, Самигулина Римма, 199, и побеждает у нас Биг Тимирова Наза. Прошу простить меня за фамилии, могу... коверкать, неправильное ударение ставить, не знакомы на слух. Итак, Наза у нас 293 балла и бонус премьер-клуба за то, что зарабатывает больше, делает 150 баллов. Вот видите, дополнительный бонус, я считаю, что почти 1500 рублей никому не помешает. И поздравляем Наза, очень красивая девушка, просто красотка. И вы можете видеть, сколько можно получать новичку на вот этом уровне. Да? Она еще выше на 3%. То есть, если учесть... Ой, бонус премьер-клуба, простите, я сюда поставила расчет бонус премьер-клуба. Это на третий каталог она должна получать. Поэтому доход чуть-чуть будет меньше. Я пересчитала автоматически, сделала. И, конечно же, мы поздравляем новичков, которые прошли 400 шага все стартовые программы, собрали наборы, получили выгоду 18 400 рублей. Кто сейчас присутствует на нашем вебинаре, подскажите, кто проходил в свое время стартовую программу «Все шаги»? Пожалуйста, и напишите, на каком вы уровне сейчас. Это мне очень важно, то есть, кто проходил стартовую программу и ваш уровень сейчас. Большинство партнеров, кто проходил все шаги стартовой программы, вышли, вы увидите, менеджеры, вот прям такие яркие наши партнеры нашего проекта. Поэтому, скорее всего, среди этого списка есть новые будущие, как менеджеры, так и будущие директора. А может быть и бриллиантовые директора, может быть даже и топовые лидеры.
Рейтинг wellness. Как вы знаете, в каждых заказах практически у всех партнеров присутствует ну, хотя бы минимум один продукт wellness. И я уже говорю, что все прекрасно знают об этой продукции. Напишите, сколько продуктов wellness вы заказали себе в текущем каталоге. И давайте поздравим топ-10 наших партнеров, у кого личный бонус-балл wellness более... Личный бонус балл. Первый – это Сокур 10, Сокур Елена 197, Доброва Гения 198, Пряник Ирина 205, Васильева Наталья 217, Магдаланов Рамили 227, Досов Венера 241, Пушкаревич Наталья 245, Игначенко Светлана 276, Багуль Маргарита 327 и... Гульнас, 406 баллов. Поздравляем. И, наверное, уже полгода после того, как я узнала историю, Аня Якимова, 7 старших менеджеров, которые сделали результат меньше, чем за 3 месяца, когда у них высокий, большой процент баллов wellness, средний балл высокий, и структура строится только на этой продукции. Мы также очень хорошо растем в рейтинге, и в прошлом каталоге мы с вами сделали рекордное количество баллов wellness. У нас было по структуре, а здесь бриллиантовая команда, у нас было 30,4% wellness. Это был действительно рекорд, который, я не знаю, когда мы с вами можем побить в этом каталоге. К сожалению, мне кажется, чуть меньше будет. Но и вообще, как бы, средние заказы по структуре меньше. И вообще, как бы, каталог, он... Я не знаю, какой-то был сложноватый. Кто-то говорит, что даже, может быть, это первый снег прошел. Да, может быть, кто-то там переобувался, там еще что-то, одежда. То есть люди сразу шли немножко другие дела. То есть не было денег, перераспределение, то есть это зимние вещи были что-то. Тем более, вот, например, холода очень ранние. Я не знаю, в связи с чем это связано. Всегда это очень, это средняя статистика по России. Хотя изначально 15-й каталог каждый год был всегда круче. А у нас так получилось, что 14-й. Ну, я знаю, что 16-й каталог должен быть рекордным, потому что вот мы только стартовали с вами, и у нас в среднем где-то 22% прирост заказа по сравнению с первым днем прошлого каталога. И даже того, у нас есть 8-я команда, в которой включается... Аня Хмерова, Лилия Алчинова, полностью команда Большакова и Зайнутдинова Людмила, вся вот эта вот структура, там просто кладезь лидеров, уже на первый день общий товарооборот они закрыли 22. И поздравляю команды, которые сделали рекордное количество процентов wellness баллов, и я призываю вас в командах также смотреть ваши, даже если вы на уровне там, 9%, 12% и так далее. Если вы собираетесь строить бизнес и вы хотите иметь приличный доход, ориентируйтесь на сумму 50-100 тысяч рублей, да, сразу из первых каталогов ориентируйтесь минимум на 30%, это чтобы ваши средние заказы, 30% wellness было. Как делать расчет wellness? Спросите вашего вышестоящего менеджера, директора, и всегда для себя делайте пометочку, как вы сделали, закрыли каталог, и всегда сравнивайте с прошлым каталогом, то есть наподобие вот такой вот процент. Это только для тех, кто действительно хочет много зарабатывать. Ну, все остальные, ну, просто посмотрели, поигрались. Давайте поздравим топ-6 команд. Это Екатерина Ганюк, 31,2% у нас. Большакова Лилия, 44,3%. Сделала больше, чем в прошлом каталоге. Молодцы. Хабирова Эльвира, 45,4%. Тоже сделали больше процент. Повыше. Недолезова Екатерина, 45,5%. Посмотрите, каждый каталог, да, делается прирост. Я не знаю, Катюша хочет, чтобы 50% была в wellness, были заказы. Но опять же таки, как можно сделать больше? Почему? Потому что, ну извините, ну косметика, ну как же так? Шампуни все равно мы с вами покупаем. Да, это естественное потребление. Шарипова Нелли 46,99% и приближается к 50%. 49,48%.
команды Жидковой Татьяны. Поздравляем все команды. Есть команда, которая чуть ниже делали балла, чем в прошлом, ну, процент wellness, но я думаю, что в этом каталоге мы также можем потянуться, хотя будет сложновато, потому что у нас очень много с вами подарков. Ну и опять же таки, давайте продолжим еще раз. Да, у всех возникает вопрос, как можно быстро выйти на уровень директора в Oriflame. Для этого нужно, если вы пришли действительно зарабатывать, то 150 баллов – это и норма, и ваша задача, нужно учиться. Конечно же, у нас, если только на свое потребление, если ориентироваться там на шампуньки, да, то можно год и более закрывать, открывать-закрывать звание, как минимум это должно быть 150 человек, а еще, может быть, скорее всего, еще гораздо больше, которые просто пропадут люди, сегодня разместили помадку здесь, купили, завтра купили где-то еще. Если ваш средний заказ структуры будет 100 баллов, и будете все-таки ориентироваться не только на wellness, но еще будете, ой, на продукцию будете рассказывать на wellness, то ваши заказы увеличатся. Если вы будете продвигать активно систему по уходу за лицом, и каждые 4 месяца эта система заканчивается, то есть совокупие с wellness, когда каждый по подписке 3 каталога подряд партнер покупает за деньги, 4-й бесплатно, на эти же деньги, за бесплатно человек покупает уже замечательный вот такой набор. Он ему обходится, точнее, не бесплатно, ну, скажем так, выгоду имеет. И далее, да, если вы находите, если вы вместе с супругом принимаете wellness, даже для семьи, то есть вы коктейль витамины, муж коктейль витамины, это средний заказ уже 200 баллов. Вот, и так далее, да, если вы будете еще для семьи покупать еще какую-то продукцию, вот сейчас посмотрите, сделайте экранчик, вот нажмите вот где экранчик я, у меня есть еще справа вверху такой квадратик, и вы тогда откроете полностью меня, и я вам немножечко покажу то, что я себе заказала. В преддверии Нового года, как вы знаете, у нас будут подарки, и вот такая замечательная пакетик, вот такой вот наборчик. Я думаю, что это будет один из, скажем так, подарков. Плюс я туда еще положу крема для лица дневной, ночной из серии, еще что-то. Вот такие вот подарки я собираюсь делать няням. Ой, воспитателям в детском садике будет у меня 2 таких наборчика, плюс еще няням. Я заказала 2 таких наборчика, плюс 1 себе. Далее, мои самые любимые must-have шампунь и кондиционер для волос, это именно вот такой красная серия. Для волос также я заказываю краску для волос. Сейчас я взяла немножко потемнее, буду чуть-чуть потемнее сравню волосы. По рекрутинговой компании у меня только, я всех рекрутирую в глубину, но у меня появился новичок, сам подписался на командном сайте, и я получила вот такой замечательный кошелечек, выбрала на 100 баллов. Думаю, вот то, что я сейчас покажу, есть в абсолютно каждом заказе. А может быть и даже не в одном количестве. Кто заказал? Напишите, кто заказал вот такой вот наборчик? Для мужа, для знакомых, для мужчин. Мне кажется, Новый год под елочку и на корпоратив куда-то, и коллегам по работе. Кто бы вот такой вот обалденный наборчик. Мне кажется, надо было, сейчас вот мужу покажу, чтобы сразу наборчики такие заказать, пока есть. Я думаю, что вот как бы коллегам даже классный такой презентик сделать. Также еще не раскрывала, но невероятно красивая вот такая вот скатерть с золотым орнаментом. Мне очень понравилось. Эссенза. Туалетная вода Эссенза. Это у меня, наверное, либо 5-я, либо 6-я. Мне, например, никогда, мне кажется, столько туалетных вод, чтобы я покупала за один год 5-6 туалетных вод Эссенза. И она у меня там уже заканчивается. Я про запас ее купила 40% скидкой. И меня спрашивают ее туалетную воду часто. Я ее часто продаю, поэтому одну я всегда в запас держу себе и отдаю. Дальше. Тональная основа, без которой я не могу действительно обходиться, вот такая антивозрастная тональная основа, она очень хорошо скрывает темные круги, ну не то что темные, а выравнивает лицо, становится очень красивым. На мне сейчас румяна, я в прошлом каталоге ошиблась, заказала немножко другой тон,
И теперь перезаказала, сделала еще розовый. Контурирование я буду потом проводить теми румяшками, немножко румянец вот такими, то есть себе скомбинировала. Я думаю, что не надо вам рассказывать, что это такое. Далее, самая любимая моя тушь в Oriflame. Раньше была фиолетовая, которая невероятный там объем делала. Сейчас вот эта тушь с кисточкой, именно с пушистой кисточкой. Она делает невероятный хороший эффект. И заказала две помады. Не знаю, сколько теперь у меня помад, но самый любимый это матовый. И сейчас пошел тренд на вот такие вот оттенки, не то что винные, а фиолетовые такие вот насыщенные. Инстаграм просто пестрит. Я как-то покрасила, мне столько захотелось. И я купила в серии The One. Все-таки заказала себе в серии Giordani. Вот это был мой, ну да, не буду комментировать, это дочурки. Мой заказ. Вот 240 где-то баллов. И посмотрите еще раз, вернемся к табличке, последнюю табличку. При одном и том количестве человек, которого вы пригласите, если вы не поработаете с вашим новичком, не расскажете о нашей продукции, не покажете каких-то продуктовых роликов, не дадите понюхать, потрогать, да, не расскажете о продукции Wellness, у вас средний заказ будет маленький. Посмотрите, при 100 человек ваш доход может быть как просто 12 тысяч рублей, 100 человек, так и 100 тысяч рублей. Кто хочет, какой доход хочет, 12 тысяч или 100 тысяч? И это будут все те же 100 человек. Еще раз, что такое 250 баллов? Это себе и мужу приобретать продукцию Wellness и плюс вот то, что я вам показала. В принципе, я не думаю, что ничего сверхъестественного, нового, да, вы то же самое, мне кажется, все это же покупаете в семью, да, вкладывайте в себя, в свое здоровье, в вашу красоту и найдите максимально 100 человек. Как мы будем находить этих людей? Да, сейчас чуть попозже мы расскажем, а пока давайте посмотрим рейтинги личных продаж. Вы видите, да, топ-30 наших партнеров, которые делают заказ даже больше 280 баллов, это топ-30, и давайте топ-10 отметим. Ахметова Розалия 323 личных баллов, Смакова Василия 333, Игнатченко Светлана 336, Байгуль Маргарита 337, Хасанова Эльза 338, Шнайдер Александр 343, Еремана Алена 373, Колупаева Елена 451, Поваренко Наталья 461, Гульнас 517. И причем бонус премьер клуба дополнительно 2484 рубля. И пример у нас доход ее за каталог она получает 8000 рублей. И если посчитать на сколько же это по каталогу, это практически 12 тысяч. Только на продажах, не считать за глубину. И вы можете посмотреть наш командный рейтинг по самому высокому среднему баллу. Помните вот табличку, которую я показывала? Сейчас я еще раз покажу. Ваша задача, команда, если вы хотите зарабатывать много, от 50, от 100 тысяч рублей, постоянно мониторить вашу группу, да, пусть она будет на 12%, на 15%, спрашивать вашего лидера, как рассчитать средний балл. А на самом деле это очень легко. Вот скажите, давайте с вами посчитаем, сколько ваша команда сейчас в среднем сделала баллов, например, там 900 баллов, да, например, сделала команда, и сколько человек разместили заказ. Вы прямо в информационнике можете посчитать, либо зайти на командный сайт. Например, 900 баллов сделала команда, 10 человек разместили заказ. 900 баллов делим на 10, получается, сколько? Средний заказ 90 бонус баллов. Итак, общее количество баллов делим на количество активных человек, получаем средний балл.
Поздравляем команды, у кого больше 100 баллов, это Большакова Лилия, Недорезова Екатерина, Хабирова Эльвира, Шарипова Нелли 126 баллов и Железнякова Татьяна 141 балл. И это практически ну, как, это рекордный, да, результат у Татьяны, он был впервые, эта команда молодая. И вы можете смотреть, да, она приравнивается к табличке, где средний балл 150 баллов, то есть для того, чтобы зарабатывать 60 тысяч человек, 60 тысяч рублей, 100 человек находишь, и 60 тысяч рублей доход вот выходишь, да, вот, то есть, посмотрите. Вот, итак, да, и сейчас я призываю вас фокусироваться еще раз. Скажите, кто смотрел, видел уже эти слайды? Наверняка все, да, еще раз вас фокусирую на него, на то, чтобы вы строили даже не две ветки, а три ветки, и причем начали рекрутировать активно. Скажите, реально найти одного человека в неделю, который разместит заказ на 100 бонус-баллов? Рассказать качественно о нашей продукции, там, wellness, да, как два набора. Я не помню сейчас, сколько стоит туалетная вода, например, и вот этот тональный крем, наверное, практически 100 бонус-баллов, да? То есть качественно поработать. Я думаю, за неделю, если вот просто прям аж разбегаться, пробежаться, сделать все возможное, думаю, можно каждому. Один человек в неделю, три человека за каталог. Вы рекрутируете в каждую свою веточку, которую строите. Да, конечно, сейчас большой соблазн еще и личными продажами помочь своему новичку, родственникам разместить заказы и получить ноутбуки, различные подарки. Но это совсем другая история. Те, кто у вас планирует строить бизнес, их, конечно же, нужно рекрутировать именно в веточке для того, чтобы это был ваш фундамент, стабильный доход. На следующий каталог вы, ваша задача не просто пригласить этих новичков, рассказать им о возможностях дохода, научить их размещать заказы и сказать, что 150 баллов, почему это важно, и также как помочь им найти трех новичков. Вот им-то будет уже проще, да, вот они приглашают на нетбук, пожалуйста, вот уже три человека в каталог они пригласили, если еще помогли им сделать, чтобы они там в течение 21, ну, грубо говоря, уже 300 баллов у них есть, да, еще пригласят новичков, но опять же таки объясняйте им, либо это получение подарков, либо это построение структуры в глубину. Так вот, это будет второй каталог стратегия, третий каталог, это мы дублируем то же самое, и четвертый каталог мы уже с вами открываем квалификацию директора. Как раз таки во втором каталоге вместе с получением ноутбука мы получаем, открываем квалификацию директора. Даже если мы с нуля начнем просто вот, хотите новые, заведите три ветки, хотите старые, углубляйте ветки, да, пожалуйста, вы можете уже открывать директора и на этом уровне с тремя ветками доход примерно 32 тысячи, в месяц около 47-50 тысяч рублей. Но если вы продолжите делать то же самое и углублять также каждый каталог, будете по три человека, по одному человеку в каждую веточку хорошего партнера находить, и каждый будет тоже делать то же самое, вы закрываете, открываете сразу три звания. Конечно же, это картинка, ну, просто будущее, это теория, это никогда так не будет, что каждый делает по 100 баллов, точно нет, потому что будут варьироваться баллы, у кого-то 50, у кого-то не будет размещать заказ, но если вы будете понимать, куда фокусироваться и что вам нужно делать, и поставить для себя задачу, что, не знаю, у вас может быть 3 новичка в неделю, но один из них проходит первый шаг стартовой программы, либо это действительно партнер, который будет строить бизнес. У кого можно взять рекомендации, найти три человека. И поэтому мы объявляем на команду вот такую акцию, которая очень схожа с той акцией, которую вы сейчас видели. Акция на 16-й каталог. Будь лучшим по рекрутингу и получи в подарок любое ювелирное украшение на выбор. То есть, что нужно сделать? Зарегистрировать лично не менее трех новичков, куда вы хотите в первый уровень, хотите в глубину. Второе. Суммарное количество баллов новичку должно быть не менее 300. Угу. Кто-то, то есть, может это один новичок сделать 50 баллов, кто-то 150. Важно не менее 300 суммарно.
И третье. Все новички должны быть добавлены в чат Телеграма, и у них должна быть ссылка на соцсеть, чтобы это было понятно, что это не вы кому-то помогаете закрывать какие-то там подарки, акции. Это настоящие люди, которые размещают заказы. То есть это хорошие, качественные еще партнеры, потому что наша задача – это прежде всего партнеры. То есть они должны быть добавлены в чат Телеграма. Победитель, выполнивший все три пункта, с самым высоким суммарным заказом новичков, то есть может быть это три новичка, у кого-то будет это шесть новичков, например, да, здесь будет главное, будет измеряться в бонус-баллах, сколько будет за именно за каталог. И вы получаете на выбор подарок, да, я загуглила, то есть это либо можете там, кто-то, например, собирает украшение Пандоры, дополнительное себе кулончик выбрать, либо это там, соберите какое-то серебряное колечко, даже можно золотое колечко на эту сумму нашла, какой-то кулончик, неважно, что вы захотите, но вы знаете, как правило, это очень... значимо, если вы являетесь победителем, вы выиграете, а у нас, конечно, однозначно будет победитель, это вас всегда будет, вам будет всегда напоминать то, что вы лучше, и вы можете это сделать. Это у нас часто, да, вот мы делали такие вот акции, вот сегодня, когда мы обсуждали эту акцию с директорами нашими, Татьяна Ганина, она у нее кулончики, она их не одевает, но тем не менее она хранит, у нее рядышком находится с компьютерным столиком, она смотрит себя, вспоминает, что она лучше, она побеждала в этих акциях, поэтому... Я не знаю, какой памятный подарок вы хотите себе сделать, но дело чести просто победить, вырвать победу. И для всех эта акция абсолютно одинаковая. Будет будет сделана табличка, в которой вы будете отмечать ваш рекрутинг новичков, кто просто стартер, кто разместил заказ, на какой, чтобы мы каждый день могли смотреть наш рейтинг вживую. Вот, и давайте уже, наконец-таки, перейдем к новому уровню. Нет, также у нас немножечко поменялся график вебинаров, он есть на командном сайте, как, если вы хотите зарабатывать минимум 50-100 тысяч, конечно же, нужно первое, не только посещать вебинары, но и слушать, и проситься выступать на этих вебинарах, брать небольшие блоги. 10 минут, 15 минут, но как можно быстрее начинать проговаривать те темы, которые мы рассказываем. В этом каталоге у нас на новый уровень консультант 3% вышло 122 человека, и доход структуру получает 27 человек. Это люди, которые размещают заказы более 150 баллов. Давайте поздравим нашу команду, наших партнеров, будущих директоров и бриллиантиков. У кого есть здесь отмеченные лидеры, пожалуйста, говорите. И лучший новый консультант – это у нас Наза. И она же у нас была как лучший новичок и лучший новый консультант 3%. Поздравляем! Очень красивая девушка. Я думаю, что видеообзоры и вообще как бы красиво. Понимаете как? Еще раз хочу напомнить вам, что некрасивых женщин не бывает. И каждый из вас, каждая девушка должна себе позволить заказать фотосессию, потому что все мы с вами имеем с возрастом стареть. И хорошая, достойная фотосессия – это презентабельная, хочется, это доверие, да, и хочется таким человеком идти, спросить совета какого-то. Поэтому работайте над своим брендом. Следующая ступенька – это консультант 6% и групповые баллы более 450. У нас 38 человек, и скидку получает 10. Итак, поздравляем Горжанкина Екатерина, Альбина Романова, Шанкевич Алена, Хасанова Эльза, Наумова Виталия и Довганева Алена. Хасанова Эльза у нас лучший новый консультант 6%. Вы видите, за каталог это 5300. И если посчитать на среднемесячный доход, это почти 8000 рублей. Это если даже не расти. У нас на новую ступеньку менеджер 9%, групповые 900 бонус баллов. Вышло 69 человек и получает доход 13.
Остальные просто дисконтные потребители, либо числятся, даже может не размещать заказ, даже и не знают, что они вышли на новый процентный уровень. Поздравляем! Альбина Шарифуллина, Карина Хаберзянова, Гузель, простите, фамилии не буду читать, Ольга Кручинина, Гульнас и Виктория Кураева. Сложно мне ваши фамилии, длинные, простите, даже в созвучии я путаюсь, простите. Филатова Ирина, Александрова Елена, Федорова Елена и Чепанченко Марина. Новый менеджер 9%. Вероника Иванова, Одинцова Елена, Логинова Ольга и Тах Виталий. Поздравляем! И не то, что победитель лучше, но у нас прислала историю Филатова Ирина. Давайте познакомимся. Она не смогла выступить. 36 лет, не могу сейчас определить свое местонахождение постоянно, так как в данный момент нахожусь в Ульяновской области. Но моя душа в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что мы скоро вернемся. Как я понимаю, потому что очень люблю Питер, там тоже жила 3 года. Родилась в Таджикистане, в Душанбе. Сейчас счастлива в браке. У нас 2 дочери, Даша 9 и Маша 9 месяцев. Образование неоконченное, высшее, финансовый кредит, средний технический коммерсант. Закончила курсы бухгалтер успешно, трудилась с декретом отпуска в должности ведущий бухгалтер по товародвижению. Коллега. Но за всю свою профессиональную жизнь пришлось сменить много профессий. Продавец, секретарь, менеджер, исполнительный директор, генеральный директор, бухгалтер. И работать в разных отраслях. Уйдя в декрет с младшей дочкой, решил попробовать себя в Oriflame. Пришла в 2007 году по приглашению Светланы Волковой. В то время я не думала о карьере в Oriflame, так как ходить с каталогом мне было неинтересно. А вот покупать косметику для себя со скидкой через интернет для меня было как никогда кстати. Я не люблю ходить по магазинам и тратить на это время, тем более, когда слишком большой выбор, а качество товара под сомнением. Oriflame я доверяю, и качество продукции для меня никогда не подводило. Знакомиться с возможностью Oriflame я начала в ноябре 2015 года и сразу вышла на уровень 3%. Начинать в любом деле тяжело. Много информации, времени требуется на изучение. Но я решила попробовать, так как моей целью является финансовая независимость и достаток. И самое главное, что это бизнес, который можно передать своим девчонкам. Пусть мой путь к цели не такой быстрый, как хотелось бы, но я его пройду. Благодаря поддержке нашей команды и дорогого менеджера Натальи Васильевой на ступеньке новых возможностей. Главное верить в себя и свои возможности. Ирина, меня тоже зовут Ирина, приятно познакомиться, я тоже бухгалтер, я очень долго шла к своей цели, каждый год я закрывала по одному уровню, 3%, 6%, 9%, потому что я работала финансистом и для меня были приоритеты другие. Но когда я всерьез задумалась о том, что время-то проходит, а толку-то какой, да, что это все-таки не мой бизнес, это не моя жизнь, ну и что? Ну, сегодня я здесь работаю, завтра переехала с мужем, сегодня здесь, завтра в коллективе поругались, проходит ругань, меня запросто могли уволить и подставить за любовь. Ну, вы знаете, сейчас все такое случается в жизни. Вот, котик у меня тут кричит. Вот, поэтому, когда начала серьезно заниматься Oriflame, результат не застал себя ждать. И лучший новый менеджер 9% – это у нас Гульнас. Очень хотелось бы, конечно, чтобы она выступила. Вот, но, к сожалению, я еще посмотрю выступающие на параде. Нет. У нас рекордное количество не выступающих. У нас будет всего лишь 2 истории. Не знаю, что все, с чем связано, то ли с морозами. Вот, хотя, в принципе, у нас достаточно новых званий. Следующая ступенька у нас менеджер 12%. И у нас 6 человек, которые получают скидку. 6 человек вышли на этот уровень и получают скидку 3 человека. А остальные половина не разобрались в возможностях дохода. И из команды Екатерины Ганюк и Натальи Мастюгины у нас Кофеева Елена и Степанова Ольга. Поздравляем. И поздравляем нового менеджера 15% Ксения. Так, да, Ксения выступает. Я еще раз перепроверила, посмотрела. Ксения, ты тут? Ксюша, пожалуйста, напиши, если да, просто начинай включаться, проверять камеру, либо проситься выступать.
Я помню Ксению, первый раз, когда она выступала, все отметили ее сразу по красной красивой помаде, шикарной прическе. Ее запомнили. Дальше я помню, что первая встреча у меня была с ней в Уфе, сразу такой, увидела сразу, это ты была с красной красивой помадой, да, то есть как-то так было. Ксюша, давай включайся, включайся, я тебя жду. Ага, Ксения попросила выступать, отметила, да, пока Ксения включается. И вы знаете, и когда проходили мероприятия в Уфе, она очень поддерживала нас, где-то помогала, всегда была рядом, мы зажигали, танцевали, было очень круто. Ксюша уже почти включилась. Включайся, Ксюш. Что-то какой-то сбой идет. Ждем еще раз. Ждем еще раз. Первый раз было. Ждем. Наверное, Ксюша опять нажала, сейчас опять заходит. Угу. Сейчас все. Все, есть. Угу. Здорово. Меня слышно, видно? Лиля. Угу. Хорошо, что меня видно и слышно. Добрый вечер всем. Да, меня зовут Ксения Кечина. Я из города Уфа. Замужем, у меня есть ребеночек. Вот я тоже была очень рада познакомиться с Ириной. Действительно незабываемая встреча, после которой как раз вот и пошел другой, наверное, скачок в какие-то странности происходят. Вроде новый ноутбук, а просто тут чудеса. Видно, да, меня? Ладно, ага. Продолжаю тогда. В ушедшем каталоге я вышла на 12%. Вот сегодня буквально забрала заказик вот с таким значочком. Очень приятненько, символично. Очень-очень рада. Ура, да. Как я вышла на 12%? Я сама не знаю, как я вышла. Я считаю, что это закономерный процесс. Если ты идешь к цели своей, развиваешься, работаешь, ищешь, делаешь заказы, ну и так далее. Это не что-то такое удивительное, вау, а просто закономерно и естественно. И с каждым это может случиться, так скажем. Всем желаю очень-очень быстро расти. И, конечно, не привязываться, быстро вы или не быстро растете. У меня уже второй. 9 и 12. Неважно, быстро или медленно мы растем, главное, мы растем. Главное, мы идем к намеченной цели. У нас есть списки мечтаний. Правда, все написали такой списочек, где 100 минимум мечтаний. Это очень-очень хорошо мотивирует. Лучше понимаешь, зачем ты здесь, ради чего ты здесь. И вот расскажу историю буквально сегодня. У меня сыночек неделю находится у бабушки, дедушка в другом городе. Он рассказывает бабуле: я знаю, почему меня мама сюда отправила. Она сейчас очень хорошо работает, заработает много-много денег, когда я приеду, и мы пойдем в аквапарк. Представляете, ребенку 5,5 лет, и вот он уже понимает, что мама работает дома, он ценит это, он мне помогает во всем. Не трюга. Да, это я к тому, что цели есть, и наши дети очень нас хорошо мотивируют. Вот до слез он так сказал, что я просто еще больше хочу добиваться больших результатов. Да.
Oriflame – это работа, да, и как и любая другая работа, здесь нужно работать, чтобы добиваться успехов. Но это не просто какая-то работа. Здесь наши действия, вот сейчас активные действия, будут приносить нам результаты в будущем, будет наши действия сегодня обеспечивать наше будущее потом. Так же, как и доход, бывает линейный и бывает резидуальный. Да, наверное, все знают об этом, кто не знает. Линейный, вот поработал сейчас и получил за этот месяц свою денежку. А резидуальный доход – поработал, и потом много-много раз получаешь за один раз выполненную работу. Представляете, в каком хорошем месте, в Oriflame, где как раз у нас такой доход. И есть, конечно, разные люди, и нужно здесь менять свое мышление. В Oriflame оно меняется. Человек развивается, он по-другому относится ко всему буквально. К чему я хотела это сказать? К тому, что некоторые думают, пришел сюда и миллионы сразу на тебя как бы с неба упадут. Меня недавно спросили, а тебе платят за то, что ты на вебинаре выступаешь? Я вот сегодня четвертый раз говорю на вебинаре. Я говорю, платят мне? А за что? Ну как, ты же свое время тратишь. Я сказала, что это я еще должна платить за то, что я имею такую возможность выступать бесплатно на таком событии и рекламировать себя в том числе. И поэтому мы стараемся не обращать внимания на таких людей, спокойно отвечать, идти дальше. В принципе, как я и шла, и иду. Хочу выразить благодарность своим лидерам-спонсорам, которые день и ночь готовы помогать, советовать, разбираться в каких-то мелочах, которые для нас еще не очень понятны. Спасибо вам большое. Я хочу выразить благодарность девчонкам с моей группы, со второй веточки, которые очень активно взялись работать. У них есть тоже цели, они готовы активно развиваться. Они работают вовсю, подписывают, делают личные заказы. Практически у меня чуть ли не 100% девчонок, которые сделали личные заказы, минимум на 100 баллов и даже больше. И Танечке, конечно, за твои гифки юморные. Вот просто почитаешь, улыбнешься и вообще весело на душе. Конечно, конечно, всем-всем-всем. Вот и надо учиться, надо идти, надо четко видеть свои цели. Почему я заостряю внимание на учиться? Недавно услышала такую притчу очень интересную. Я бы хотела ее вам рассказать, она коротенькая. Два лесоруба встретились и поспорили, кто за одно и то же время больше леса срубит. Не знаю, у меня вроде бы все нормально, я не вылетела. Меня слышно? Пожалуйста, плюсики напишите, если меня слышно. Ладно, хорошо. Два лесоруба поспорили, кто больше леса срубит. И они начали в одном месте, например, через 3 часа договорились закончить. И вот они рубят, 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 и раз один перестает стучать. Другой слышит, ага, он перестал стучать, рубить, я сейчас быстренько-быстренько его перегоню, точно выиграю. И так повторялось раза 3-4. Один лесоруб останавливался, его слышно не было, а другой быстренько-быстренько рубил. И в конце концов наш первый лесоруб, который все время рубил, был уверен, что он победил, и он очень удивился, увидев, что он проиграл. Тот лесоруб срубил больше леса. И он его спрашивает, а чем же ты занимался, когда останавливался? И второй лесоруб сказал, что он точил топор. Поэтому надо оттачивать свои навыки, свои умения. Нужно обучаться постоянно, постоянно это применять. И получился один метод, другой. Не отчаиваемся, не привязываемся к результату. Это нормально, естественно. Идем просто к своей цели. Идем, ползем по направлению к мечте или лежим по направлению к мечте. Главное, чтобы она была. У нас все получится обязательно. Всем удачи, развития, терпения, энтузиазма. Пока-пока-пока.
Ксюша, спасибо за такую притчу. Возьму себе в копилку. Очень понравилось. На самом деле так и есть. Нужно оттачивать свое мастерство. И поздравляем нового лучшего консультанта 12% Степанова Ольга из команды Екатерины Ганюк. За каталог это 6000 рублей, 9 среднемесячный, если посчитать из расхода на 4 недели. Итак, Елена живет в городе Октябрьск, Самарской области, бухгалтер, коллега, любимых продуктов, конечно же, множество. С Oriflame знакома давно, периодически заказывала свои коллеги на работе, потом ушла в декрет, вся моя косметика закончилась, и я столкнулась с тем, что не могла уйти, не могла найти в своем районе консультанта Oriflame, а на работу не хотелось. И тут как раз в одноклассниках Наталья Мастюгина предложила мне регистрацию в компании. Я подумала, решила покупать косметику со скидкой. Узнав о предложениях для новичков, сразу захотела пройти стартовую программу, оформила регистрацию, приобрела каталоги, пробники, и мы с сыночком пошли гулять. Первый раз я очень легко раздавала каталоги своим подругам и быстро собрала заказ на 100 баллов. Так я прошла всю стартовую программу, а потом мой спонсор Наталья стала рассказывать мне о других возможностях заработка с Oriflame. Мне хотелось строить свою структуру, но не все сразу получалось. Я думала, сомневалась, попробовала, закончила курсы в обучении в год и уже точно решила, что буду работать в Oriflame. Выросла до уровня 9%. В связи с переездом я временно не рекрутировала, но все равно продолжала делать заказы, быть в курсе всех событий. После посещения банкета директоров в Москве, сразу вспоминаю нашу Золушку, мое желание стало расти, и только училась несколько раз. Море впечатлений, эмоций с того праздника, только укрепили веру в себя и в команду. И в Oriflame, да? В Oriflame есть много возможностей расти и развиваться. Все зависит только от нас самих, наших желаний, действий. Главное не сдаваться и активно работать. И, Леночка, выступать на вебинаре. Надо оттачивать свое мастерство и вживую общаться, потому что очень классно знакомиться с командой. Было очень приятно с тобой познакомиться в Москве. И я хотела, чтобы и команда также знала тебя вживую. И следующая ступенька у нас менеджер 15%. У нас, несмотря что был сложный каталог, 20 человек вышли на эту ступеньку, и все из команды Екатерины Недорезовой. И, конечно же, у нас есть одна звездочка, которая вышла на этот уровень и зарабатывает доход. Скажите, вот Олеся должна, по идее, выступить. Мы ее уговаривали. Олеся с нами, кстати, ездила в Москву. Олеся, ты будешь выступать или нет? Нету ее. Вот жалко, когда вот есть, появляются такие стесняшки, стесняются либо по каким-то причинам. Ну, Олеся вроде писала, что у нее какая-то причина, но жалко очень. Хочется познакомиться. Вот, несмотря, вот здесь такая тоже ситуация очень часто, что несмотря у вас уровень может быть 12%, и вы будете гораздо больше получать, чем 15%. А вот здесь такая ситуация, что вроде как и у нее нормальный уровень, менеджер 15%, но практически нет отрыва, нету команды, она рекрутировала, приглашала людей и старается, но, к сожалению, новички не активны. Но тем не менее, вот давайте разберемся, если вы будете только делать заказ 152 балла, да, то есть практически у вас там может быть маленький там новичочек там будет там с маленьким товарооборотом, да, то ваш заказ вот просто автоматически без отрыва вы будете получать за каталог 3900 практически, а в месяц это 5700. Я считаю, тоже хорошо. Это когда есть структура, да, есть различные бонусы. Но, конечно же, нужно стараться все-таки, чтобы у вас была команда, чтобы вы вторую и третью веточку строили для того, чтобы действительно был доход. Я сразу говорю, кому-то, может быть, повезло, у кого-то кто-то спонсор делает сам себе структуру, строит, звание делает, но никогда не надейтесь никого. Самая качественная структура и самый сильный лидер – это те, кто работает самостоятельно, рекрутирует самостоятельно, а вышестоящий лидер только направляет, подсказывает, как это делать. Следующая ступенька у нас менеджер 18%. У нас 3 человека, 2 из них, которые получают доход, это Алена Ефремова и Анастасия Тагинцева из команды Большаковой-Журенковой.
И Шариповой, да, то есть всех перечислили. Жалко, что тоже Алена не выступает. Хотелось бы с ней познакомиться. Такая тоже очень красивая девчонка. За каталог 11400 и среднемесячный доход, смотрите, да, 16, почти 17 тысяч. Я считаю, что это очень классно на уровне менеджера 18%. И мы переходим к рейтингу топ 50. Давайте поздравим нашу команду. Вы видите, да, наш рейтинг. Мирганова Эльвина, Багуль Маргарита, Колупаева Елена, Аенова Екатерина, Пушкаревич Лилия, Доброва Евгения, Дамаста Сирена, Кечина Ксения, которая перед вами выступала. Она вышла на 12%. Еще раз поздравляем. Будылина Гульзима, Кузут Марина, и Бердина Гульнас. Я, наверное, потом я выучу ваши фамилии. Новый 6,9%. У нее 517 личных баллов. Кофеева Елена, Браун Эдуард, Борискова Лена, Магдауров Рамиль, Тах Ирина, Игнатченко Светлана, Хафизов Эдуард, Мозговая Марина, Степанова Ольга. Посмотрела, простите, вот мозговая Марина. Мария, вы знаете, почему я не работаю офлайн? Так, время нас позволяет, расскажу, так как нет спикеров, расскажу вам одну интересную историю. Хотите историю расскажу, почему я не работаю в интернете? Это благодаря мозговой Марии. Дело было в том, что Мария, она сирота, жила в детском доме. И говорит, в принципе, она знает очень давно, я не знаю, сколько раз уже регистрировалась в Oriflame, с какого раза, начинает активно работать, потом декрет, либо еще что-то, потом меньше, и вот такая ситуация. Она говорит, давай работать активно. И вот я не знаю, сколько лет, наверное, практически 10 назад это было, мы поехали к ней в поселок, я не знаю, наверное, туда минут 40 было ехать. Приехали сначала в школу, там как получается не только детский дом средний, вот как колледж, да, обучается, и там был рядом детский дом. Было очень холодно, но тем не менее мы поехали, минус 20, там с чуть-чуть с копейками, там с чуть больше. И мы туда доехали, провела я мероприятие, тренинг, там уже образовалась команда, кстати, там мальчик, ребята были, которые продавали где-то на 400-500 баллов, то есть у них замечательные были продажи, и вот мы пообщались, и тут, когда ехать домой, у нас автобус где-то был в час дня, началось штормовое предупреждение, очень сильно похолодало, причем стало настолько холодно, то есть был где-то под 40 плюс ветер, то есть ощущалось где-то полтинник, было, я помню, что я была в шубе, я промерзла, мы шли с ней, сотовая связь там вообще отсутствовала, то есть не было мобильных телефонов, не работали, мы пошли с ней к начальнику детдома для того, чтобы позвонить мужу на работу, на обычный стационарный или на какой-то телефон, чтобы вызвать его и чтобы он приехал, забрал меня. Это было, конечно, кошмаром. Мы пробирались по группе вот так вот снег, мы вот так вот проходили, помню, разгребая, дошли туда. И какой же мой был ужас, когда не то, что там было холодно, когда я не могла отогреться, и когда я очень сильно захотела в туалет, мне сказали, да-да, вот туалет, вот там вот выйдешь, вот туда там чуть-чуть пройдешь на улицу, ну, возьми с собой лопату, потому что там замело. Это минус 40. Я вот, честно говоря, я не знаю, как люди так живут в таких условиях, им нужно по жизни поставить памятник, ну, в таких условиях, да, и когда... Позже мы пошли в магазин, там грелись, потому что нам нужно было поймать мужа, он не знал, где этот, ну, примерно, где этот магазин находится, но все равно я постоянно выходила на улицу. Трассу всю закрыли, там было очень много аварий, метель была такая сильная, что буквально метр-полтора была видимость, там слетали просто туда-сюда в стороны, муж приехал за где-то час, я его ждал дополнительно, то есть я переживала, когда он доедет, час его нету, то есть он должен был перетряслась, вдруг с ним что-то случится, и когда он все-таки приехал,
Я села в наш теплый Lexus. На теплое сиденье я разревелась и поняла, что такое счастье и что такое тепло после минус 40. И после этого я сказала, да ну его нафиг, чтобы я еще раз куда-либо поехала и ездила в какие-то регионы. Хоть за какие деньги, потому что вот все было нормально, вот нештатная ситуация, метель, морозы в Сибири, думаю, ну его в баню. И так я поняла, что работать нужно в интернете, поэтому, Маша, спасибо, и спасибо ситуация, которая сложилась. Вот, это было лет 10 назад, не знаю, в каком это году. Давно было, то есть я еще даже, то ли я была директором, то ли я не была директором, то есть, ой, вообще долго. Вот, и... Поздравляем следующих партнеров. Топ-30, самое интересное уже, рейтинг, да? Петрушова Екатерина, Аштаева Катюша, Поздняк Анна, Челбаева Кристина, Ковалева Валентина, Петрова Екатерина, Симонова Татьяна, Белова Людмила, Сокур Елена, Волков Владимир, Филиппова Ирина, Емелова Ульнас, Плетнева Олеся, Шамшина Светлана и Корниенко Аня. Причем, как вы видите, неважно, на каком вы уровне, 15%, может быть, 12%. Даже вот есть вот Сокур Елена, у нее есть 22% группа. И вы можете видеть, что здесь не зависит от уровня, здесь зависит от личных продаж прежде всего. И вы видите рейтинг, ну, доходы я не показываю. Вот. И давайте посмотрим какие-то топ-15. Топ-15 нашей команды. Причем самое интересное, что вот приходят новички, и они очень быстро, перескакивая через всю нашу огромную структуру, входят в топ-15. Давайте посмотрим и поздравим. Горячковских Роман, менеджер 12%, сразу перепрыгнул через рейтинг. Не знаю, в топ-50 он не входил. Бузикова Ирина, плюс 19 пунктов в рейтинге. А вот число плюс 10 пунктов, оно как бы магическое, оно и не только вот топ-10, а еще и вот такая комбинация между собой, партнеры менялись. Тинг-тинг-тинг, то есть вот прям преследовал этот рейтинг. Плюс 10 пунктов в рейтинге Резида. Фомичев Владимир и Наталья, тоже они, это мои партнеры, не знаю, 10, больше 10 лет точно у меня в Oriflame. Причем Наташа пришла на вот такое смягчающее средство, ее пригласили на дисконт, и всем, чем она пользовалась из косметических средств вообще, то есть мыла голову, чистила зубы и пользовалась вот таким креслом. То есть она вообще не красилась, и тем не менее, каждый каталог в течение уже многих, даже лет, наверное, 12 даже, да, она все время, у них средний заказ 260 баллов, так небольшая командочка в пенсионного возраста, ребята, ну вот как бы постоянно стабильно. Филиппов Евгений и Елена, это менеджер 15%, хотя открывали 22%. Ну, ребята, давайте обратно возвращайтесь в рейтинг. Айтиева Ирина, плюс 9 пунктов в рейтинге. Яцевич Яна, плюс 34, может, когда хочет. И Яна частенько в этом рейтинге, даже, по-моему, была номер 1. Яночка, давай обратно возвращайся. Мейзер Наталья, плюс 3 пункта в рейтинге и номер 8. Плектова Леночка, плюс 5 пунктов в рейтинге, номер 7. Любочка Смакаева, постоянно номер 1 в рейтинге и даже открывала 22. Плюс 4 пункта в рейтинге и номер 6. Делает всегда очень большой заказ, Любочка. Шапаренко Ольга, минус 2 пункта в рейтинге. Масленникова Лариса, плюс 1 пункт. Наталья Васильева, минус 1 пункт в рейтинге, третье место. Вот поменялись местами. Ефремова Алена, менеджер, новый менеджер, 18%, плюс 28 пунктов в рейтинге. И Мажитова Юлечка очень часто тоже становилась номер 1, плюс 3 пункта в рейтинге. Чуть позже я расскажу рейтинг, ваш рейтинг директорских команд, потому что именно вы делаете товарооборот и, соответственно, лидер получает какой-то доход. Ну, перед этим мы с вами еще раз вспомним, что у нас есть Болгария. Да, к сожалению, я не знаю, кто сейчас на данный момент проходит квалификацию на Болгарию. Если кто-то проходит, напишите «я», потому что у нас нет рейтинга еще. То есть, если мы раньше как-то отслеживали, сейчас как-то нет. Кто проходит, напишите «я», потому что сейчас пошли герои.
Следующая у нас ступенька. В этом каталоге у нас нет новых старших менеджеров, к сожалению. Каталог был сложен, но думаю, что в новом каталоге обязательно будет. Для того, чтобы вот здесь надо исправить, открываете 22%, 7500, держите еще 8 каталогов, любые из 17, вы закрываете директора. И либо, если под вами вдруг спонсор постарался, либо команда выстроила структуру, и если у вас нету отрыва 3000 баллов, вы не успели нарастить этот товарооборот, объем, то... квалификация директора не засчитывается до тех пор, пока вы не сделаете отрыв 3000 баллов. Даже если вас вытолкнет команда, вот как только вы начнете делать 3000 баллов отрыв, тогда у вас пойдет квалификация. Поэтому не тяните, не держите, не надейтесь на что-то, что за вас что-то там построит. Вы дохода получать не будете. Не рассчитывайте на премии, на бонусы, на программу «Мой автомобиль», когда вы каждый месяц будете получать 12-13 тысяч рублей. Это прирост по сравнению с прошлым годом, там буквально копеечный. Вот. Поздравляем новых директоров, которые у нас в команде появились еще летом, или даже весной. И вот у нас напечатали Ахмирову Анютку. Вы можете увидеть ее в каталоге, в журнале «Мир Орифлейм». Это первая ее фотография. Надеюсь, это первая. И потом дальше будем ее поздравлять с новыми званиями. Также в журнале «Мир Орифлейм». Автобонус у нас получают директора, и вы видите по программе, кто сколько собрал за эту программу. Поздравляем партнеров. Следующая ступенька — это когда у вас будет 22% группа и отрыв 7500, неважно там 1, 2, 3, 5 веток у вас будет, но суммарно 7,5, в том числе и ваши личные заказы, ваша премия 1500 долларов. Золотой директор, когда вы строите две ветки, и здесь уже отрыв не считается. Доход в среднем 80 тысяч рублей. И далее у нас карьера продолжается. Наверняка вы видели эту табличку. И топ 26 по доходам. Первый идет Галина Герман, Елизавета Терентьева, Сычева Наталья, Исаева Ирина. Хабирова Эльвира держится, топ-22 и была в прошлом каталоге. Грачева Аня, плюс 4 пункта в рейтинге. Скорникова Елена, плюс 3 пункта в рейтинге, топ-20. Марина Марухленко, 19. Дубинина Александра, 18. Далее, все интереснее. Журенкова Татьяна, топ-17. Алчинова Лилия, 16. Зоя Никитина, плюс 5 пунктов, топ-15. Смак Василия, плюс 4. 14, Горских Евгения 13, Анютка Ахмерова плюс 1 пункт в рейтинге. Вот сейчас вот у нас будет плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1, вот так. Плюс 1 пункт в рейтинге. Молодец, молодец, топ-12. Плюс 6 пунктов Масюгин Наталья, Шарипова Нелли плюс 2. Татьяна 9 место, Недорезова плюс 1 пункт и 8 место. Любовь. Топ-7 минус 1 пункт в рейтинге. Екатерина плюс 1 пункт в рейтинге. Ну и 6 место. Ну, надеюсь, вы догадались, кто у нас же топ-5. Топ-5 проекта, кто больше всего зарабатывает в наших командах. А здесь предсказуемо. Минус 1 пункт в рейтинге Большакова Лиля. Плюс 1 пункт в рейтинге Светлана Волкова. И топ-2 и топ-5. Три, ну, Катюшка стабильно лидер проекта по доходам. Третье место Слогумова Кристина, второй каталог подряд идет на этот рейтинг. И я думаю, что так и будет очень много времени. Поздравляю команды. Еще раз смотрите, мотивируйтесь. Да, неважно, сколько лет вы будете идти к своей заветной мечте. У кого-то это будет бриллиантовый директор, доход от 200 тысяч. У кого-то это будет исполнительный директор. Да. Опять же таки, карьера безгранична. Постигать ее можете сколько угодно. Главное, мотивироваться большим званием и рекрутировать каждый день. Это самое главное в нашей компании. Делайте себе большие цели, идите и достигайте.
Ну и до встречи на следующих командных вебинарах. Желаю вам в этом каталоге сделать максимальный ваш результат, потому что это будет рекордный каталог. Я думаю, может быть, 17-й всегда, а уже сколько лет я работаю в компании. 16-й, 17-й, они спорны. Бывает 16-й самый рекордный каталог, бывает 17-й рекордный. Они всегда между собой спорят. Не знаю, в связи с чем это... Бывает, да, и 16-17 это как раз-таки открытие новых званий. Как правило, именно в этот каталог, эти каталоги, если вы не откроете, очень тяжело потом в лето открывать звание и дальше держаться. То есть у нас очень многие люди, кто подкрывали уже там во втором, в третьем каталоге. И вот это вот лето, когда проседает товарооборот, будет потом сложно звание закрыть. Поэтому просто подтяните, сделайте все возможное, чтобы открыть квалификацию директора именно сейчас, когда идут максимальные продажи. Не бойтесь раздавать как можно большее количество каталогов для того, чтобы зарабатывать вместе со своими знакомыми на ноутбуке и получать дополнительные подарки. И, конечно же, добро пожаловать в нашу команду миллионеров нашего проекта. Все. Всем успехов, здоровья, красоты, удачи. Все. Пока-пока.